Строительство современной клиники матери и ребенка продолжается в Ленске. Стоимость объекта уже превышает 300 миллионов рублей. Отметим, что местным энергетикам пришлось менять отопительную систему всего микрорайона, чтобы подключить клинику к теплу. На каком этапе рабочие сейчас, расскажет Светлана Болеева. Решение по строительству детской поликлиники и женской консультации было принято в 2013 году. В том же 2013 году был заключен контракт с застройщиком на сумму 303 миллиона рублей. После его заключения началось долгожданное строительство, полностью за счет средств районного бюджета. Почему долгожданное строительство? На протяжении уже многих лет детская поликлиника и женская консультация принимают своих пациентов в старых зданиях. Помещения настолько малы, что, несмотря на наличие кадров, пациентам приходится простаивать в очереди по полдня. Новое здание будет соответствовать всем действующим санитарным нормам. Как я уже сказал, по кадрам у нас укомплектованность детской поликлиники составляет 100% педиатрами. Просто сейчас в действующих площадях невозможно организовать полноценный такой прием. Это отдельно будет, соответственно, там и электронная запись, это и комната там для кормления грудных детей. То есть все удобства, которые в современности в нашей возможно организовать для детей и мам, конечно же, будут учтены. Проблемные вопросы детской поликлиники снимутся с переездом в новое здание. А вот что касается женской консультации, то здесь немного сложнее. К сожалению, на данный момент укомплектованность ее врачебным персоналом составляет 60%. Площадь новой поликлиники – 3200 квадратных метров. Строительством клиники занимается уже хорошо зарекомендовавшая себя фирма-застройщика ЗАО «Три семерки». Переезд детской поликлиники и женской консультации планируется в начале следующего года, после чего из республиканского бюджета будут выделены средства на оснащение клиники мебелью и новым современным оборудованием. Светлана Болеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.